Ванда бежит за СДЖМ, не дает СДЖ Кастому. Макси этот бросок. И... Да, и... Тренд еще раз погибает. Только что от Алхимика погиб. Опять погибает. Это раз Разора. БКБ нажимает Разор. Вгрызается в Бьонда. Бьонду больно. Дэмэджа много залетает туда. The Storm. Минус Бьонд. Это и правда выглядит так, что это один из тех немногих антимагов, который может выиграть. Если его прямо сейчас не словят. Надо прыгать в упор. Саммер не успевает контрспел нажать. Укуса отличная. Просто идеально. Минус Марси, АМ уходит. И СДЖ по текстурам на Тикберне. Приземлился. Да, не хватило немного. Ладно, ты засейвил антимаг. Ты разменял себя также на вражеский. Это не деньги. Это правда, да. Одна хорошая драка для Dandelion и вполне могут лидерство взять в этой карте. Все может быть. Где-то Улу ошибется, где-то Улу застанет там, и антимаг, например, хороший ульт выдаст, заберет этого Улу. Мы видим прободилить и вообще увидим кошмар для Астерериас. Покатился ZC. Пацаны тащат. И он поживет. Под Лотусом пока живет. Сам, кстати, клинк дал в Лотус. Чувак прыгает. Заканчивается у Разора мана. А АМ сейчас будет еще и за медло. И он катится дальше. Экзорцизм работает. И он в таверну. Да, все знают. Все все понимают. АМ выживает. Даже если ZC здесь погибнет. Но он и не погибнет здесь. Сам себя взорвал от химик. Решил БКБ не нажимать. Улу катается у него по голове. СДЖ отступает пока назад, остановил Разора. Где в это время АМ? АМ в спине. АМ ловит другие цели. Квинов Пейн там под фокусом нападает на алхимика антимаг. Отступает отсюда, взрывается. Раз останется. Все, он просто взрывается. Пока Пейн не нажал. Ладно, нажал сейчас. Но все равно умрет под Скади. Да, тебя не отпустят. Скади работает, Сифоны работают. Что вообще алхимик в этой драке делал? Туда же Квинов Пейн никуда не уйдет. Ультракилл для Бьон. Вылетаем, но... Ребята... Ну и саппорты прекрасно сыграли, и тренд, и Виверна, там несколько раз сейвил СДЖ ультимейтами этого антимага. Оп, как тебе такое? Конечно, никаких БКБ, конечно, никаких БКБ! Зачем? Все, пошли на третью карту, тут уже заигрались. Астерериас скручивает, старается. Надо было собирать медаль, я думаю. Уже можно идти следующую. Так, ГГ пишет. Все, антимаг просто герой дня. Все фанаты этого персонажа воспринимают.